Приветствую тебя на этой молитве именем Хашува Мелехай. Призываю имя Хашува Мелехай на эту молитву, на это молитвенное время. Призываю имя Хашува Мелехай на это молитвенное пространство, которое по сути дела является пространством вне времени и вне пространства. Призываю имя Хашува Мелехай на воздух, которым дышим. Призываю имя Хашува Мелехай на потоки информации, носящиеся в воздухе. Призываю имя Хашува Мелехай на мышление. Призываю имя Хашува Мелехай на сердце. Призываю имя Хашува Мелехай на все, на руки, на ноги, на голову. Призываю имя Хашува Мелехай вниз. Призываю имя Хашува Мелехай наверх. Призываю имя Хашува Мелехай назад. Призываю Хашува Мелехай вперед. Призываю имя Хашува Мелехай слева. Призываю имя Хашува Мелехай справа. Призываю имя Хашува Мелехай вокруг. Призываю имя Хашува Мелехай. Призываю имя Хашува Мелехай на все нейроны головного мозга, на все нейронные связи в головном мозге. Призываю имя Хашува Мелехай на каждую клетку ДНК в теле. Призываю имя Хашува Мелехай на кровь. Призываю имя Хашува Мелехай. Призываю имя Хашува Мелехай на каждого родного и близкого. Призываю имя Хашува Мелехай. Ты обещал, спасешься ты, спасется весь твой дом. Значит, все они будут в познании ходить. В познании тебя, святого. О, шаля бакара 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 бакумба бакара бакара бакумба. Керегала кумба бакара 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 кура бакара 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 бинда. Nere goro 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 bakara 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 bumba. Prera kumba kara bakara bakara kara koro 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 bakara 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 benda. Kurunga ra bakara bakara bakoro kumba kara bakara bakara kara koro koro bakara 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 kumba. Nere goro 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 bakara. Дух Божий мне неоднократно уже говорит о том, что вы все неправильно понимаете. Вы даже неправильно понимаете по поводу воскрешения мертвых. Вам кажется, что то, что вам объяснили, является реальностью. Вы ждете то, чего вам объяснили, а не то, что на самом деле имел в виду Хашува Мелехай. Горова караба 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 корокум бакараба караба 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 тинда. Эла бумба лаба караба кара. Евреи, которые говорят, евреи, которые ждут воскрешения мертвых, ждали его на основании книги пророка Иезекииля. На основании пророческих слов пророка Иезекииля. Ола бакараба караба 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 каракумба караба караба. А теперь прочитай, что в книге пророка Иезекииля написано. Но почему-то это никак не связывается с воскрешением мертвых, о котором говорится. Да? Ораба караба 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 караба. Про время я не буду говорить сейчас относительно того, о чем это было сказано, какого, про какое время. Да? Я скажу то, что воскрешение мертвых, которое ожидали, вообще никак не связано с тем воскрешением мертвых, о котором говорят. Потому что те воскресшие из мертвых, которые ожидали воскрешения мертвых, они пришли в город Иерусалим. На земле. Земной город. Ара кураба караба 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 коракумба караба лахараба доугараба хараба хараба шилохараба лахараба лахараба имба. Крейгала кура караба 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 каракумба караба караба коракумба караба лахараба динда кадага динда кадам докуду кудумба. Крейгала кура кураба караба 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 каракумба караба 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 караки шугурун докуду кудумба караба 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 караба. Ну, Боже, просто говорит дальше, пока я тебе говорить не буду. Потому что
потому что у тебя не хватает ресурсов в мышлении для того, чтобы поверить мне. То есть объяснению некоторые вещи, которые он, я ощущаю в нем, объяснению не поддаются, потому что слишком много лжи было насеяно. С этой ложью нужно сначала разобраться, а потом уже говорить и объяснять об этих вещах. Одно только он сказал, говорит, обрати внимание на книгу пророка Иезекииля. То воскрешение, о котором ты слышал, о котором говорят, это об этом они говорят. Но имеют в виду вообще какое-то другое воскрешение мертвых. И то, о чем они говорят, они даже не понимают, что это вообще не об них было сказано. Помнишь пророка Иезекииля, которому Хашува Мелехая сказал о том, что скажи костям этим, да? Хашува Мелехая говорит, это вот Иезекииль, это прообраз физического Иешуа, который обращается к костям. Помнишь, Иешуа говорит? Помнишь, он говорит? Услышит глаз Сына Божьего и воскреснет. Это об этом. Это об этом. Прочитай там, не помню, 40 какая-то глава, 44-я или 40-я, или 49-я. Я не помню, какая глава в Иезекииле по поводу вот воскрешения мертвых. Найди это. Прочитай внимательно, о чем там написано. Я тебя уверяю, они ждали именно этого воскрешения. Там о вознесении вообще речи нету. Даже близко нету. С чего Павел взял про вот это вот вознесение, или кто там написал, что вознесены будут в небеса. Земля приготовлена для людей, для жительства людей. Я буквально недавно это прочитал. Земля приготовлена для жительства человека. Для жительства людей приготовлено.
Крунгара бакара бакара кембо коро 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 бакара бакара инда. Крунгара бакара бакара коро 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 бакара бакара бакера кендо кодо кодо бакара 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 бакинда. Халагара коро коро бакара 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 бакера кембо коро 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 бакара 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 кембо коро 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 мамба. Коро мамба кара бакара коро коро бакара 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 бемба. Крунгара бакара 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 кум бакара бакара бакера кендо шу хара бала хара бедала хара шлахе лугуру бишлахе бранду хара бала хара бемба хара бала хара шлу хара бинда хара бала хара бомба. Ela garacumba caraba caraba caraquimba corocoro caraba caraquimba caracumba caraba caraba corocoro corocoro chele caraba corocoro caraba 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 caraquimba caracoro corocoro caraba dinda garacumba caraba la bahara la harab shlahem bahara la harabemba Ela garocoro caraba 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 la harab shoh caraba la harab shlahem rendu caraba harab harab shlah furudu caraba harab shlahem rendu caraba harab harab la hemba Krum garaba caraba 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 caraquimba corocoro caraba caraba caraquimba gudugudumba caraba caraba caraquish caraba la harab de la hemba caraba la shlah caraba la harab la marab caraba shlahem caraba la harabamba Гара гара гору гору бакара 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 кеду гуду гуду бакара 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 кину гора этот город внутри вас. Этот город внутри вас. Сетуру шалаем. Он внутри вас. О, шала бакара 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 должен воскреснуть и быть уже в нем. Быть в этом городе. Он сейчас говорит, вспомни, говорит, я тебе показывал его. Я тебе показал. Ну, как-то говорит, сейчас вне времени, оно... Мышление не в состоянии просто об этом высказать. Но скажу так, он говорит, воскреснешь, и ты должен быть там. Или ты воскрес, должен быть там. Ты воскрес и должен быть там. Ты воскресаешь, и ты там. Твоя дорога, твой путь сюда. Говорит, поверь, я воскресенный жизнь. Я внутри тебя. Я воскрешение жизни, я внутри тебя. Я воскрешение жизни, я внутри тебя. Город, который я обещал, обещан тебе. Я воскрешение жизни, я в тебе. Я воскрешение жизни. Я мой дух. Я мой дух. Ура, бакара, 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 балахай, бахара, бахара, бакара, говорит, каждая клетка твоего тело живо благодаря тому, кто я. Ура, бакара, 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 когда он говорит, это не то, когда ты что-то можешь придумать. Буквально слышишь это, чувствуешь это, ощущаешь это всем своим нутром. Он говорит так, что это значит все, 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 до самой последней клетки организма. Ура, бакара, 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 кум, бакара, 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 кум, бакара, 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 кум, бакара, 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 бакара,
и твой дух! Слово мое! Когда я говорю, все оживает! Какая разница, как он говорит? Ваша то результат. Пойми, важен результат, а не внешняя составляющая, при которой ты слышишь его слово! Все, обращаешь внимание на внешние показатели и думаешь, что от этого зависит хоть что-то? Вы идиот. Внешний мир — это всего лишь тень. А ты смотришь на тень и думаешь, что от тени что-то зависит! Да ты сошел с ума! О, вот я! Возьми меня! Вот я! Возьми меня! Пусть твой дух отремит все! 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 Мертвое! Дохни своим духом на него! Шерекумба карабакара бимба. Шерекумба карабакара бимба. Лахирибу кулабакарша ла бамба. Лахирикул карабаша ла бамба. Кяла бумба рабакара бумба ралакинда рабатумба. Рилабая дилаба шерра лахая. Кундрал! Кундарабакарабак, он говорит, ты не думай о том, что хоть что-то может зависеть от физического мира. Все решает только слава моя! Мой дух, который является словом, только он решает все! Шеребимба-ла-бамба-ла-бумба. Он говорит сейчас, ты даже не понимаешь того, что оно просто-напросто, мое слово, оно, каждая клетка твоего тела наполнена моим словом. Ты не понимаешь этого, ты не видишь этого физически, но ты чувствуешь это сейчас,
Каждая клетка твоего физического тела, она наполнена моим словом, моим дыханием жизни. Оно живет все благодаря тому, что я есть жизнь. Я есть жизнь. Я есть жизнь. Поэтому твое тело живо. Я тот, кто даю жизнь! Я есть жизнь! Кураба-караба-караба-караба-караба-караба-ла-бум-ба-ла-би-ла-ба-ба! Он говорит, ты увидишь, ты увидишь, ты увидишь, ты увидишь, ты увидишь, я докажу тебе, что я есть жизнь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Тот, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас. Неужели не оживит ваше смертное тело духом своим? Кто-то говорил, жизнь будет за... Ой, смерть будет забрана от них. Как ты думаешь, если Дух Божий, являющийся жизнью, который победил смерть, находится внутри человека. Как ты думаешь, смерть вообще как что-то может сделать?
слушай, услышал, приседаю. Не надо то, что я говорю, считать за истину последнюю инстанцию. Я говорю от истины последнюю инстанцию, но ты должен услышать это внутри себя, а не во мне из моих уст. Если ты это чувствуешь, если ты ощущаешь внутри себя, просто поверь этому, вот и все. Потому что я не должен быть, не являюсь авторитетом для тебя. Для тебя авторитет — это слово живое, которое внутри тебя оживляет тебя, оно дает жизнь. Он есть дух несущей жизни, он есть царь, который воскресил Христа из мертвых. Он тот, кто несет в себе потенциал жизни, дающий жизнь, несущую жизнь, наполняющую жизнь. И та жизнь, которой он является, она могущественнее намного, я не знаю, насколько, намного, превосходит смерть. Просто превосходит смерть. Просто превосходит смерть во много раз. Я говорю, кора бакара 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 который внутри нас в моей жизни. Рамакура бакара 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 бакура бакара 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 бакура бакара бакара бакура бакара бакара бакура бакара бакара бакура бакара бакара бакура. Эрегуро кора бакара 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 кор бакара 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 кум бакара 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 кум бакара батенда гада 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 гада. Говорит, я управляю всем животным миром. Ты говоришь, не представляешь, насколько. Я управляю жизнью любого существа, которое живет. Дух жизни наполняю. Сколько бы они маленькие ни были, он наполняет каждое животное, что он может творить. Представь масштаб. Ла Херхубра ла бакара букамба ла бимба. Ты иногда думаешь о том, что куда ты делаешь, как будто бы перестаешь его переживать. Все куда-то, какое-то сознание, все куда-то сладкое убегает. Потом внутри так тебя тихонечко включи вот эту музыку, включи эту музыку, включи эту музыку, включи. Почему как бы ты никак не ожидаешь, что там тебя торгнет? Я думаю, что он тебя просто накрывает. А он тебя не просто закрывает, ты прямо просто-напросто весь под его действием. Он все время мне говорит, напоминает, не верь тому, что тебе из УНЕ сказали.
или тому, что ты верил, тому, что тебе говорили извне. Не верь своим чувствам, ощущениям, переживаниям, которые, когда ты не чувствуешь меня, не верь этому ничему, потому что оно предназначено из того мира, чтобы обманывать тебя, лгать тебе, чтобы ты перестал верить мне. Почему он это позволяет этому мы? Да для того, чтобы натренировать, потому что по-другому нельзя. Иначе ты просто-напросто при столкновении с каким-то негативом просто сдашься. Он всегда будет сохранять внутри тебя веру. Всегда будет сохранять внутри тебя веру. Всегда, просто всегда будет сохранять веру. Самое смешное, что люди зачастую думают и уверены о том, что их жизнь зависит. От хорошего поведения. Он говорит, услышь, пожалуйста, жизнь — это не твое поведение. И то, что ты проживаешь определенный участок жизни, и вроде бы у тебя как бы, вроде бы все налажено. И ты такой думаешь, о, это от поведения моего. Ну да, когда у тебя все налажено, оно от поведения твоего. Но сама по себе жизнь, она не зависит от твоего поведения вообще никак. Ведешь ты себя плохо или хорошо. Ты понимаешь, ты можешь существовать и жить в этом теле, находиться, и тело живет благодаря его духу, а не потому, что ты хорошо себя ведешь. Ты должен это понять. Не от поведения твоего, не от твоих эмоций, не от того, как ты к кому-то отнесся, плохо или хорошо. Твоя жизнь, она зависит напрямую только от его духа. Потому что он в любой момент может отнять из тела твоего дух, дыхание, жизни. И тело твое замертво просто упадет. Да не важно, хорошо ты себя ведешь или плохо. Есть люди, которые умирают вот так вот ни с того ни с сего. Знаешь, хороший человек был, стоял за сценой, проповедовал. И просто вдруг в один момент дыхание жизни духа было отнято из этого тела. И он просто упал, и никто ничего не смог сделать. Удивительный факт, да? Согрешил, наверное. Это другие случаи. Человека пытались убить, бошку отрубили. А он взял этому голову, пошел проповедовать. С отрубленной головой. От кого зависит жизнь? Тебя столько лгали! И ты уверовал в эту ложь, считая эту ложь реальностью! Я не собираюсь говорить то, что он не открывает мне, придумывает какую-то херню христианскую. Я говорю то, что он не открывает. Хорабака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 р
Говорит, твоя святость зависит, нет, опять же, нет, от того, что как ты себя ведешь, от того, насколько ты доверяешь мне. Праведность твоя, святость твоя зависит от того, насколько ты доверяешь. Ашува Мелехая напрямую зависит только от этого. Все остальное лапша на уши, иллюзия, заблуждение, которое обманывает, вводит в заблуждение, не дает познания истины и понимания. И когда ты начинаешь своей плотью, своим телом, своими физическими потугами пытаться быть святым, ты входишь в состояние религиозного дебила. И думаешь о том, что якобы, ты знаешь, это все равно, что, блин, растение растет, яблонь дает, такая думает, о, это потому что яблонь такая вот красивая, поэтому мне вот надо яблоки. Яблоки я даю тебе. Потому что ведет себя так. Ну, слабое, конечно, сравнение, но подруг поможет. Мышление, понимание истины, которое только открывать, как полумалекая.
Bakara
Ты знаешь, кто охраняет на самом деле? Так вот подумай, кто реально твоя охрана и защита? Ты не можешь быть в безопасности даже в физическом мире, если у тебя нет упования и надежды. Кто из людей, как я и говорил, вернее, как открывал мне хорошо Малахай, чем дальше, тем будет хуже. И у тебя нет шансов больше на то, чтобы спастись, если ты не веришь. Шарабинда лакумба, караба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 кар
Дух Божий сейчас говорит: я твоя охрана, я твоя защита. Он мне говорит, если тебе он внутри тебя говорит, то, ну, значит, это и... Значит, он к тебе говорит тоже. Я твоя защита и охрана. В какую бы сторону ты ни двинулся, я твоя защита и охрана. Где бы ты ни находился, я твоя защита и охрана. Hara kora kora bakara 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 bak
Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, shalabim balabumba. Kidara namba kandik de desu de kumba. Shagara kunda kadaba pindra bomba karaba kadaba korobun karamanda kadaba bomba la kumba la bamba. Haidara bomba la kera ben karamanda kadaba kadaba pindra kala kumba. Shuru koraba kadaba kadaba kala kimba korokumba karaba kadaba 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 kadaba. Аллилуйя, аллилуйя. Так, ну на этом закончу эту молитву именем Хашуа Малеха. Пусть познание Хашуа Малеха внутри тебя, внутри меня умножается. И пусть мир его, познание его множится именем Хашуа Малеха.